Я тут, как это, говорю по этим впечатлениям, жить, не общаясь с буржуями, мы можем только в рамках политики по уму. Ну вот, значит, где информатизация, все мы так или иначе, когда мы выныриваем виртуальное пространство. Вот я тут думал, ну дальше, потому что, как, значит, речь зашла, в частности, о базовых принципах. Так вот, есть некоторые базовые принципы, которые, как выясняется, для некоторых людей оказываются, не базовые. Оказываются неожиданными. Вот. Ну, ни для кого не секрет, я занимающийся Дази, что Дази я увижу. Да? То есть, главное – это поясница. Но что такое поясница, как она должна работать, тут выясняется, что тут возникают вопросы. Я ничего, никаких открытий делать не буду, я просто немножко расскажу из того, что рассказывают, показывают мне. Вот. Значит, что есть? Почему поясница важна? Потому что в поясничном отделе происходит разделение верха и низа. Если у вас структура одним куском, то, соответственно, у вас будет просто вот как то самое стекло ронять. Как то самое стекло вас будет просто ронять туда или сюда. Есть четкий принцип. Верх рынки не сподвижен. Где делится верх рынки? В поясничном отделе. Пять поясничных позвонков. Пять поясничных позвонков должно у вас раскрыться. Любой желающий может подойти и посмотреть, как это происходит. Может быть, не визуально, но почти незаметно. Но если вы смотрите на человека, то он сразу видит, а потом у себя или на самом деле отсюда начинает двигаться. Ну, примерно так это происходит. Все же просто. Вот. То есть, когда раскрывается поясничный отдел, у вас раскрывается полностью весь позвоночник. Это тот самый колок, который вы подкручиваете для того, чтобы начать играть. Если он не подкручен, то получается такой ворон. Да? Если он у вас перетянут, то тогда это будет перетянутая струна. Струна должна быть натянута. Натягивается, она будет дальше. Есть поясница. Это базовое требование, без которого никуда не деться, потому что я увижу. Потому что поясница у вас нет всего. Да? То есть если у вас вверх и вниз не разделяются, значит надо учиться. И как это учиться? Это уже отдельный разговор. Для этого есть определенные правила. Но ни в коем случае нельзя делать такого. Раскрывили поясницу. Пожали и сюда. Вот внешнее действие, оно ни к чему не приведет. Оно приведет только к тому, чтобы деньги будут брать. Это делается, вот смотрите. Это делается разными способами, но это делается внутри. Вот смотрите, простая вещь. Вот я стою. Что-то изменилось? А я всего лишь, на все, что я сделал, я изменил дистанцию взгляда. Еще одна важная вещь, которая совершенно упускается очень часто. Якша, доуглаз, если дословно переводить. То есть ваш взгляд, куда он работает. В течение всей работы не бывает такого, что встал вперед, очень.
что-то там делать. Вы делали форму, вот начало работы плана, да? Стали выставили структуру. Раз. Что происходит? Первый взгляд уходит туда. Потом он поднимается, потом он возвращается. И что происходит? А происходит, я не вот это делаю. Взгляд ушел туда, поднялся, опустился и вернулся. Что произошло? У меня встала голова. Это движение не внутри. Это не наружное, это не мышечное движение. Это протекание того, что по-китайски называется инь и воля. Инь, то есть направленное сознание. Движение внутреннее, то, что связано с понятием тех усилий. Вот они вот. Руки должны быть подвижными.
Ну, еще это не базовый принцип, но интересная вещь. Значит, очень часто говорят сун, фан, сун, да, расслабленность, расслабление. Что есть фан, сун? На самом деле очень простая вещь. Вот здесь есть заключительная буквально точка. Представьте себе, что вы из этих точек свисаете прямо к венчаю. Вот если вы правильно свисаете, хорошо свисаете, вот это и есть фан сун. Как это можно добиваться? Идете на строительный рынок, покупаете пару отвесов, грамм по 150. Так, достаточно тяжелые. Но, вот так, потому что слишком мягкие, они будут болтаться. Лучше на рынке. Ну, можно веревочку. Делать эти веревки, вешаете себе на средний палец, начинаете вот с этого. Они у вас не болтались, а свисали.